сказано, что они пойдут вот так резкой. Тупая же. Утром... Алло, трава. Ты что его не берешь, стричься? Брать. А где игрушка у тебя? На, зайц. Ломай ее. На, ломай. Доставай, там динозавр у тебя. Мама! Она утрула, мама? Вот мама. Вот он разговаривает, а этот не разговаривает вообще. Мама! Димон, зайка. Папа, где? Мама, папа. Тут только начал говорить папа, мама. Что потом говорит? Хорошо разговаривает, а тут вообще не разговаривает. Вот только вот последнюю стрижку стриглися, и он говорит, папа. Я аж удивилась, и он мне говорит, да, он начал говорить. Ну в 5 лет куда? На днях 5 лет ему. В августе. А что, по-моему? А? Уже это... День рождения было у меня? А, было уже, да? 2 или 3 дня назад. А, ну вот, в конце июля или начало, запомню, что-то такое. Но это неправильно. Они вообще с ним не разговаривают. Вот он ему сотку пришел здесь, дал, и все. Ему барабер. Еще бы я понимала, как-то развлекательные какие-то, да, ну как детские, там, где песенки поют на казахском, на русском, да, а там просто тупо игры, стрелялки там, гонки. Зачем такое мальчику в таком возрасте, когда ему надо заниматься? Нет, я с ними тут не согласна. Он мне говорит, в первый класс, я ему говорю, что, блядь, он у вас вообще не готовый. Хорошо послушали, оставили. Но этот, с ним надо заниматься, его надо это, дополнительные эти водить, срочно. Ну, вот этот год. Потому что в школе ему будет очень тяжело. Он не усидчивый у них. Они ему сразу чупа-чупс, ну, по-чупс, как они его в школу поведут, это будет жопа. Честно. Потому что он здесь не сидит даже минуты. Ему надо идти, ему надо сотку, все. Ну, тяжеловато, в школе им будет вообще жопа, честно так. Потому что сейчас дети совсем другие. Но они дома с друг другом, с женой не разговаривают. Из-за этого и с детьми они не разговаривают. Вот и все. Она вот посидела, жена, приходила с ним, я ее первый раз увидела за столько лет. Она слова не сказала. Ни сыну, ни мужу. Она просто тупо молча сотку сидела и пацан. Все. Молодая, красивая тоже, но от этого не знаю. А вот у братишки, у его дочка, она разговаривает, я ей челку подравнивала. Да, достану. Она болтает, девчонка. Она прям такая, ух, шустрая. У него и жена тоже такая разговорчивая, и ребенок прям девочка очень хорошая. Они сейчас ей, вот я им сказала, зачем, ну они ее где-то подстригли под горшок. Ну так подстригли. А пришел он с ней. Я говорю, ой, бой, дай челку подровнять. Страшно, говорю, ребенка, зачем так? И сказала, отращивайте, нахер надо. Ты ж девочка. Что и короткую делать? Они спортивную типа сделали. Этот. И все, они начали отращивать. Такая девочка красивая. Она болтает. А этот все, только сотка.
вообще ничего не говорит. Вот это же страшно. Ну, он реально не разговаривает, пацан. Как бы печально не было, они его хотели в школу. Вот девочка здесь живет же, тиктокерша, приходила же этот раз. Они же ровесники. Ей 5 лет будет в сентябре 11-го. Она даже младше. Какая разница между ней и им? Она болтает все. И на казахском, и на русском. Потому что мама с ней этот занимается дома. Они хоть и тикток снимают с мамой, но тем не менее, с девочкой она еще помимо этого, она весь алфавит знает, девчонка, это молодец она. Вашим как орёт мама, четко, без всяких мими там, мама, четко, мама. Вара Берлина. Он, видно, под кондёром где-то простыл, да, опять? Ну, на дороге ездили, что-то. Это что у меня сам простыл? Ну, прям этот, он плачет, блин. Маму ему дай. А мама, блядь, стричься пошла. Записать вот это надо. И это на память. Где он на вас папа, мама говорит. Ну, иногда папа говорит, потом вот когда пальцы, мама. Прикольно так. Все слова, все понимаете. Вон, все, он же слушал, как внимательно слушает. Только сотку не давайте. Да, это, подай вот это, сделай там это, и вот там отбегай. Ну, правильно. Убирай. Теперь на горшок надо делать. А, еще не приучился? Ну, мы сейчас сколько, 2,5? 1,5 тут. Ой, блядь! Я думала, ему уже 2,5, господи, уже думала, большой, еще рано. Он к 2 годам сам сядет. И это ничего страшного. К этому это сядет. Главное, что этот разговаривает. Вот и все. В таком возрасте. А там-то в таком возрасте уже вообще ничего не говорит. 5 лет не разговаривает вообще. Страшно. Они его еще в школу хотели, я еще удивилась, ну куда в школу? Это полгода не видел. Не видели? Лето же сейчас, каждого свои дела. Вот надо его с утра привозить, потому что он нормальный. Они в 2, в 4. Папа уволит бастара. Я-то его сначала-то не узнала, а он мне потом говорит. Я ему говорю, ну блин, говорю, сколько лет. Так, он не расслабился, ну. А я, говорит, не жена. Они сами говорят, что не знают, что им надо. Смотрите, что он упало. Юморист такой. Да, он. Вот так. Просто отец у него хороший. Они разные собаки. Ага. А лицо один в один.
нас сегодня второй сын в мире. Отпуск. Сарми. Сарми. Отпросили. На свадьбу братья. Он тоже не молит. Да, отец сказал, что мы с ним характером. Посадку поселили. Ой, тут вообще какой там чуть. От него хер что выйди, выйди этого из блин. И прокурор. Ну да. Он больше собирает, чем рассказывает. Он вообще ничего не рассказывает. Ты его даже спрашивай, а он говорит, ага. Я говорю, что, ага, я же вопрос задал, да? Вот так говорит, у вас второй. А папка, блин, красавчик. Ну, умничка. Ну, все очень похоже. Что там, Зайц? Давай еще подсветим. А не так, что ли? Все равно. Жарко, что ли? И быстро просто. А то мне до 15 дней, да? За 20. Ani nana kan azamla takalım maaşıyla dediğimizi ne? Hayır. Hayır. Hangi? Sizce patlayan hasar. Ben. Ben de. Tamam. Ben. Ne buldu? Otur buraya mı papa? Şaşma olar doğru. Angara. Давай, пас. О, молодец.
Шарбас. Да? На утро запишешься, наверное. Чтобы сразу ложиться. Я думаю, да, знаешь, наверное.
Кажется, баран сдавала. Не хочется разговаривать. Алло. Самопотеха, он говорит. Не, пойдемте. О, вода завернулась тебе, Сергей. Хотя в прибежье текиш. Кремя, просто троскоя. Ахада. А, пораньше застала. А, все. На 10, да? Ой, я теперь тоже буду так. Это вы на маникюр записали? Нет. На массаж. Поздравляю. Массаж, ладно, пусть я поздравляю. Яйки? Нет. Женится? Ку-кук. Дядя Нара. Дядя? Все равно. Дядя? Дядя? То есть у нее следующей записи нет. А как это будет? Не надо, сломала айфоны. Папа, ну сейчас он как хватит. Мама теперь. Ку-ку. Когда я сейчас же на кайлах там будем. Палцы. Палцы будем сейчас. Черная открыта. Ой, черная беседа. Да, черная беседа. Волтал с гондюськи. Угу. Ай, нет. Брэдди, да, ухо ты звонил? Ну, что мы тут мягко делать, что? Вот такие высокие. У него волосы на кого? На маму, да, по сути? Мага. На меня? Ну, конечно. Ой, блин. Я на брюстровой. Кудрявые. Они просто тонкие еще пока. Сейчас лет 5 будет, ооо, грива будет у него. Один в один.
и форма головы такая же дурацкая, сзади особенно. У меня вообще никакой парикмахер не может сидеть. Я и говорю, форма головы ужасная. А папа, да, вот и папа. Ты весь в папку. Ты даже не сомневаешься. Там ДНК не надо, это матери надо будет делать ДНК. В случае чего. Отец возьмет, скажет, мой. А ты не знаешь, ты просто ходя и ходишь рядом. Там копия. Господи, там ДНК не надо. Одни глаза что только стоят. Взгляд-то чей, ну точно не мамин. Разрез глаз, да, такие же вот хитрые, мамкины, а сами глаза, взгляд, папин, копия, такой же красивый он, один в один. А мама девочку себе родит, такую красотку. Он этот не нежный же, а потом вторая будет, будет нежный. На маму будет похож, 100%. А у меня все трое похожи на мужа бывшего. Я им говорю, я же тебя никогда и не любила, из-за твоей развелись. Ну, я никогда и не любила. Замуж выходили так раньше. С дома. Отцы строгие были. Быстрее свалить. Это сейчас люди маховат ищут. Раньше такого не было. Да, ну... Ой, 1%. Ой, да у казахов вообще такого не было. Какая махаба. Ну, да. Мама, папа сказали, все, женим. А эти, которые таджики. Ой, пришел, позавчера у меня был таджик. Он говорит, Оля, я ее видеть не видел. Пошли к врачу в день свадьбы. Зачем к врачу пошли? У нас, у таджиков. Потом, говорит, вторую нашли. Родители, все, я на ней женился, она сейчас живет там, а с мамой, ну мама же ее, говорит, себе выбирала, я же на ней не собирался жениться, а здесь он с казашкой женщиной живет, там у него ребенок, дочка от той, а я говорю, ты когда ее последний раз видел, ну вот зимой ездил, говорит, на месяц, говорит, все, а мама же ее себе выбирала, я что ли на ней женился. Мама хотела жениться, женилась, а что? Вот, таджик, ага. У меня с ним видео в Ютубе есть полное, где он вот рассказывает, как у них обычаи такие. И он говорит, зачем мне ее... Thank you.
Довольный.